Всем привет! Сегодня я решила показать вам свою обычную тренировку. Тут есть и силовые упражнения, и кардио. Это основные упражнения, которые я делаю. Мои тренировки составлены тренером, разными приложениями. Она направлена на укрепление мышц и сжигание жира. Между подходами я делаю минимальный отдых, это где-то 10 секунд, не больше. Сама цель — это сделать как можно больше подходов с минимальным интервалом и небольшим количеством раз. Тренировку я начинаю с 30-минутного кардио. Обычно мой выбор падает на велотренажер. Если же у вас нет тренажера, его можно заменить обычным бегом на месте, либо же прыжками на скакалке. После кардио я всегда делаю планку, чтобы окончательно разогреть мышцы. Я обожаю это упражнение, потому что в нем задействованы почти все группы мышц. Кстати, если у вас нет времени на полноценную тренировку, просто делайте это упражнение, и оно вам 100% поможет. Следом я беру гантели, вес которых не превышает 3 кг, так как моя цель — подсушить тело, а не набрать мышечную массу. С ними я делаю выпады вперед и назад 10 раз по 11 подходов. Тренировку для ног я заканчиваю приседом возле стены. Далее приходит время качать пресс. Я делаю это по специальной таблице, ссылку на которую вы можете найти в описании. Упражнения там довольно-таки легкие и эффективные, а главное, расписаны по неделям, что помогает сделать нагрузку рациональной и избежать крепатуры. Далее я растягиваю, сажусь на шпагаты и становлюсь на мостик. Завершаю свою тренировку прыжками на скакалке, либо же бегом. На этом я заканчиваю, и увидимся в новом видео. Пока!